Кристаллайн, Амовджуж, Патмаканах Пюриц. Ну, вы знаете, вообще этот день, я думаю, для всех символизирует очень важные ценности. Это патриотизм, любовь к родине, готовность пожертвовать всем для родины. Это день, когда мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже интересов наших стран, когда отдаем дань памяти тем, кто дал свою жизнь, защищая родину. И вот здесь, в Армении, мне кажется, вот этот день наполнен особым смыслом, потому что он также символизирует те очень глубокие традиции боевого братства, которые на протяжении истории объединяли наши народы. В частности, это еще один повод вспомнить о той славной великой победе, которую народы Советского Союза и армянский народ, и народ России, другие народы Советского Союза одержали в смертельной схватке с нацизмом и принесли не только нам, но и всему миру все-таки перспективу жизни, свободной жизни, достойной. Сегодня это особенно важно вспоминать об этом, потому что, к сожалению, мы видим, что нацистские проявления, корни нацизма, они не искоренены до конца, и сейчас приходится бороться за то, чтобы все-таки это зло не получило своего развития, потому что это очень опасно для всех, опасно для мира. Еще должен сказать, что вот в нынешние времена они очень непростые, и Республика Армения, и Российская Федерация сталкиваются с очень серьезными вызовами, поэтому, конечно, вот уважение к защитнику Родины, к нашим вооруженным силам, дань и благодарности им, они как никогда востребованы. 28 января в Армении отмечался День армии, и чувствовалось, да, вот насколько уважительное отношение к военнослужащим, к защитникам Отечества, и насколько важна их миссия. Россия тоже сейчас ведет борьбу с нацизмом, борьба, которая, в общем-то, для России является борьбой за не только за свою безопасность, но и, в общем-то, за выживание. Это вопрос жизни и смерти российского государства. И, конечно, то, что делают наши военнослужащие, оно это, в общем-то, вызывает очень большое уважение и чувство благодарности в нашем обществе. Еще я хотел бы сказать, что День защитника Отечества это, скажем так, возможность еще раз подумать о тех ценностях, которые объединяют народы. Ценности – это любовь к родине, это любовь к семье, к близким. И это очень важно. И я думаю, что достойно отмечая этот день, мы, безусловно, способствуем укреплению наших духовных сил, укреплению государства, укреплению нации. Сегодня было возложение, мы очень рады, что были наши армянские партнеры, здесь представители Министерства обороны. Традиционно мы вместе отмечаем эти дни. И я хотел бы пожелать, чтобы наше взаимодействие, наше союзничество, оно
сохранялось, оно крепло. Это важно для наших стран. Это, я уверен, что это в интересах наших народов. Ну и хотел бы, конечно, пожелать всем и армянскому народу, народу России, всем нам мира, благополучия, достойной жизни.